Здравствуйте, меня зовут Виктория. Я работаю в Риге уже 23 года. Работа мне моя нравится. Творческая, интересная. С коллективом хорошо общаемся. Заказы, в принципе, все интересные. Бывают сложные, бывают простые. Легко исполняем. Иногда сложности возникают, но делаем там, макеты, придумываем, с дизайнерами обсуждаем. Ну, в принципе, все в рабочем порядке. Какая работа? Ну, наверное, то, что необычные вещи в целом. Когда какое-то цветовое решение интересное, какие-то дополнительные материалы используются. Ну, просто вот необычное что-то. Ну, я увлекаюсь вязанием, лоскутным шитьем. Все равно связано как бы с профессией. А так особо.